Всем привет, меня зовут Марк, и вы на моем канале. Сегодня мы снимаем Черепашьи бега, часть 3. Да, ребята, это новый ролик. Наконец-то. Извини, что так долго все было. Ну, надо было снять 3 ролика, 24 часа, что-то. Я не могу сказать. Мы сможем снять пол это лава. Хотите такую рубрику? Пишите комментарии, и мы узнаем, хотите вы или нет. Ну, давайте приступим к черепашкам. Вот, ребята, их клеточка. Открываем. А вы спросите, где они? Они вот здесь вот сейчас застанем. Пуси, пуси, пуси. Ой, какие красивые. Вот первый. Он всегда, когда его достаю, писается. Ой, смотрите, какой хайоси. Ой. Это первый, ребята. А, вы его не видите. Ужас. Блин, вы его все равно не видите. Сейчас увидите. Мастер Марк готов. О. Вот вторая черепуха. Ну, это новое растение. На, ешь. Ладно, это сорняк, нельзя это есть. Ладно, ребята, давайте принесем им поесть. А вы по ним заблюдете. Вот, ребята, их еда на сегодня. Так, что, второй убежал? Виноградик и котлетка, точнее, мяско. Ты что, из кадля высел, мой халюси? Давайте посмотрим, как они едят. Ребята, смотрите, она ест. Хорошая. Амались, ты что, не ешь? Ты что, не ешь? Ты что, ешь давай? Тут ты что, землю ешь? Чумасечи. А это, по крайней мере, такая же. Господи, мамочка. Это старше, а это младше. Только он любит бегать, а она нет. Он не любит кушать, она любит кушать. Ой, что это за стиль? Видите, как вот эта штучка двигается? Ну, чего такое? А она, по крайней мере, уже почти доела, я понимаю. Давайте переместим их на травку. Первый у нас король тортик. Бегает. Пуси, пуси, пуси. А давай я тебе поближе покажу, мой хайоси. Ты что там насёл козявку? Ты что там делаешь? Он что-то нашел и что-то ест. Ничего. Набираем
знаем, тут черепашка живет. Там какая-то машинка будет рядом. Не обращайте внимания. Господи. Слышали этот хруст? Господи, какие мы тут любопытные. Ты что-то хочешь сказать? Да. Ребята, этот ролик уже подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я. Меня зовут Тортик. Всем пока-пока! А также, ребята, покупайте мерч А4. Его можно купить на a4shop.ru.by. Покупайте.